Обалденная машина. Привет, такие красотульки. Да. С вами Лёшка, Алёнушка. Мы ходим. О, я тебя теперь знаю, как будешь, буду тебя называть Нюня. Нюня. А ты гори в аду. Сегодня замечательный девятимайный день. Девятимайный день. Да, очень много кваса, шашлыков и мороженого. Вот. Воды, лесных пожаров. Ей! Черт. Как мне это теперь брать? Как хочешь. Блин. Не надо. Обалденные мотивы, обалденные танцы. Фейерверк готовит. Стой! Отлично. Там, видишь, там жандармерия какая-то, блин. Нет, точно фейерверк? Ну да, фейерверки. Видишь? Там целый этот. И ты говоришь, что у нас пара переделок там? Ну вот в этом году, походу, будет не пара переделок, а десяток переделок. Батарея фейерверков. Вот бы классно было, если бы все армии мира были вооружены только фейерверками. Да, типа, как в детстве, да, пиу-пиу, я в тебя попал, да? Ну, фейерверками. Да я увернулся. Это как, мы стреляли фейерверками, попали на чужой балкон и сожгли его нахрен. Благо, жители этого дома были, этой квартиры были в доме, да, были дома. Настоящее благо. Сгорели заживо, да? Нет, подожди, мы балкон только сожгли, мы не зажигали квартиру. А сожгли бы квартиру. Короче, красивое мороженое. Такое прям салатовое. Зеленое мороженое. У тебя прямо, ты его подносишь к лицу, но вот нос отсвечивает зеленым. Поднеси. Увидишь? Точно, слышу. Это так же хромакея у меня отсвечивает, когда я настримлю. Почему у тебя башка просроченная просвечивает, да? Сейчас! Слушай, какая классная машина. Не, ну согласись, это же вообще крутая тачка. Дай мне ее посмотреть. Я в детстве. А что, на ней покататься можно, что ли? Да нет, чья-то. Серьезно, чья-то машина? Номеров нет. Номеров нет, это какая-то игрушечная. Есть фотка, но я там жирная. Господа байкеры. Никогда не думал, что шопинг с девушками будет так весело и можно, интересно. Можно, короче, вот это вот, да, вместе вот с этим, смотри. У меня похороны прошли уже. Нет, какое же вот это? Нет. Это? Дистрикт 12? Да, Дистрикт 12. Вернувшись домой, наступил очень жесткий ветер, то есть прям вообще штормовое. Апокалипсис. И снег. И снег пошел, прикинь. Да. Хер мне эти самые фейерверки, блин. Блин, сначала был вообще реально ветер штормовой, такой дикий-дикий. Там чуваков, наверное, с этими фейерверками раскидало нахрен. Да. Нет, а теперь просто вот снег пошел. Как вы думаете, сегодня будет фейерверк? Он, кстати, должен был быть вон там. Мы планировали смотреть его. Вот. Просто жалко чуваков. 9 мая. Плюс еще, знаешь, что все, кто там гуашью рисовал свою машину, их тоже все размыло. Ой, холодно. Ой, холодно, да. Снег! Здорово! Зашибет. На этом, ребятки, все. Подписывайтесь на каналчик, ставьте лайк. И чё у меня с прической?